Нарва – мой родной город, и я его очень люблю. С особым уважением и почтением отношусь к нашим пожилым людям, к ветеранам. Но, конечно, особые мои чувства к нашей молодежи. Я знаю, что мы должны все делать во имя наших нарвитян. Ну а сама я всегда открыта для всех и готова всем помогать.